Всем привет, дорогие друзья! Да, на фоне вот такого вот снимаем. Я сходила в магазин, взяла молоко, потому что сегодня хочу с деткам сделать пюре. И также размораживаю курочку, буду или жарить, или запекать. Ну, там посмотрим, как получится. Тут крылышки и ножки. Дальше, что купила? Взяла деткам вот такие вот подушечки покушать. Потом две селедки соленых купила. Сдобный хлеб, их не сладкий, они его очень любят, плетенку. Потом дальше батон купила. Еще одну сдобную хлебушек купила. А здесь вот такие вот куриные котлетки. У меня Света такие любит. Сейчас, подожди, сына. Потом также у меня дети просили вот такие вот штучки попробовать. Они все тут с разным вкусом. Какая-то с чесноком, какая-то с томатом, а какая-то просто без сахара и без консервантов. Вот взяла на пробу такие, потом вот разделю всем и дам. Дальше показываю, что здесь купила. Взяла зеленый лук. Ванечка, подожди. Взяли также яблочки. Что-то по 55 рублей, что ли, у нас за килограмм. Так. Также купили семечки. Жарим сами, так вкуснее. Купила крупный лук. Многие не любят крупный лук, я обожаю крупный лук, потому что мне удобно, одна головка сразу на первую и на вторую хватает. Также купила вилок капусты и компот. Вот такие вот в целом у меня все покупки. Тут уже почистила пол ведра картошки, сейчас помою и буду ставить варить. Так что вот такие вот у нас дела. Если вам интересно, то оставайтесь с нами. Всем еще раз здрасте. Что хотел? Я сейчас нарезаю картошку в кастрюлю для пюре, ну, чтобы не сильно крупная была и чтобы побыстрее сварилась. Холодец у меня уже второй день варится, я обычно варю по 2 дня, так насыщеннее бульон получается. Получше. Егорка у меня дрова таскает, я сейчас поставлю пюре варить, и вот не знаю, как мне с курицей быть, или запечь в духовке, или все-таки. Зачем энергию тратить, когда можно на сковородке сделать, да? Сейчас посмотрим, что придумаем, что-то. Сейчас нарежу картошку и вернусь к вам. Так, поставила пюре вариться. Суп буду сегодня варить с рыбной консервой. И курицу уже поставила. Так что вот как-то так. Сейчас крышку накрою, пускай жарится. Решила в духовке не делать, а пожаришь. Меньше энергии потрачу. Так что готовим кушать. Так, дорогие мои друзья, я продолжаю дальше готовить. У меня тушится курочка. Ну как тушится, зажаривается так. Я ее в собственном соку делаю. А потом зажарю. Я ее замариновала с приправами и с этим, с майонезом домашним. Должно получиться просто вкусно. Напишите, как вы курицу маринуете. Может, я для себя какой-то новый способ найду для маринования курицы. Так, у меня тут закипает бульон уже. Мне надо закинуть картошку. Для супика. И пускай дальше готовится. У меня еще, ребята, сегодня пришла вот такая вот посылка. ЕМС. Это на обзор пришло. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. И в конце видео вы увидите, что же там пришло. Вот такая вот интрига для вас. Ладно, я продолжаю морковку тереть и дальше готовить. У меня курица не вся тут влезла. И вот думаю, что делать. Второй ходкой потом жарить или как, не знаю пока. Ну ладно, готовим кушать. И на кофе купить. Я сегодня еще кофе не пила. Мне что-то не до кофе было. И сегодня баню топим, баню пойдем еще. Что-то это. Дел так много и не знаешь, за что браться. Ладно, оставайтесь с нами. Thank you.
скоро уже сварится моя пюрешка. Картошка скоро отварится. Тут остатки дожариваются. Курицу уже не буду открывать, а то сейчас опять ошпарюсь. Ну, в целом, дальше доготавливаем. Сейчас приготовится и будем пюре делать. Супик уже у меня рыбный сварился. Добавила зелень. И все, можно кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, дорогие мои друзья, сварилась у меня картошечка. Я с нее взяла бульон, часть в тарелку, часть вылила. Сейчас моя задача добавить сюда масло. Масла я не жалею. Пока хватит. И сейчас будем с вами толочь. У меня есть вот такая вот интересная толкушка, которую я заказывала. Сейчас испытаем заодно ее. Все, наложила всем пюрешку с курочкой. Вот такой вот сегодня у нас будет вкусняшка. Вы хотели пюре, я приготовила. Только котлеток в морозилке не было, уж что было, то и приготовила. Приготовила курочку. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я буду всех кормить. Всем еще раз добрый вечер, говорите. Привет. Да, у нас сегодня пришла вот такая вот посылочка. И поняшка мы ее будем... моя. Твоя поняшка? Ты прям уверена, что там... А вдруг там не поняшка? Поняшка. Да? Ну, давайте посмотрим, что там пришло у нас. Дети у меня целый день просили маму, когда мы уже будем снимать распаковку. Марин, представляешь, ты угадала, там поняшка. Вот такая вот красивая поняшка. Красивая? Да. Давай мама будет открывать ее сейчас, и мы с тобой посмотрим, что же это такое. Там есть вот подсказки какие-то. Сейчас посмотрим подсказки. Там еще 12. Там написано. Подождите. Как смотреть умеешь? Да, сейчас мы с вами распечатаем. Это еще шиш распечатаешь ее. Домик. Да, сейчас посмотрим. Поняшки. А какая поняшка? Господи, сейчас мама распечатает. Подождите, а то видите, плохо распечатывается. Там у нас есть подсказки. Так, подожди, а тут вот написано замочек какой-то. Открывается. Господи, ты. А, вот оно. Что такое? Сейчас посмотрим. Какие-то подсказки. Слово. Мама просто не знает, что открывает. Так, это игровой набор торговый дом Якимия. Единорожки. Да, единорожки.
Я открыла. Правда, наклейки все вот здесь вот остались. А так. Как ее открыть? А сейчас посмотрим, как ее открыть. Подожди, Маш. Маш, подожди. Тут надо задачку решить, как ее открыть. Вон там что-то вижу. Не, как-то вот здесь вот. Это две его шапки. Не, пакетик дай сюда. Там на нем подсказка, как открывать. На нем должна быть подсказка. Как открыть? Ну-ка дай сюда. Подсказка на нем, как открыть. Это... Во! Тихо, подожди. Подожди, я покажу. Что в этом наборе есть? Вот такой пакетик. Подожди, Марина. Потом вот такой вот пакетик. Также имеются крылышки. И также здесь имеется еще один пакетик. Внутри, ребята, есть домик. А в домике еще пакетик. Слушайте, сколько пакетиков. Так, дальше откроем. Сундучок есть. Видите, как интересно? Это может тут потом поняшка играть. Ну, давайте отложим. Смотрите. У нас есть вот такие вот крылышки. Они, наверное, скорее всего, к поняшечкам, да? Мама, открывай. Марина, какой пакетик выберешь открывать? Этот. Этот? Ну, давай, мама, тебе откроет. Подождите. Мама, я буду открывать. На, Марина, доставай. Что там? Поняшка. Что там? Доставай, доставай, поняшка. Доставай. Поняшка. Давай покажем зрителям. Смотрите. Вот такая вот лошадка. Поняшка. Это к ней что такое-то украшение. Волосы, мама, волосы, да, это волосы. Это лошадки юные. Вот да. Это, кстати, тоже. Так. Потом дальше, что в наборе есть? Это книжка. Есть? Наклеечки есть в наборе, но потом мы наклеим обязательно наклеечки. Мам, давай я наклею. Подожди. Подожди. Так. В этом наборе также есть вот коллекция поняшек. Я вам потом поближе покажу обязательно. А наклейки только я не пойму, куда их клеить надо. А, Б, С, Д. А, на домик они клеятся. Мы потом обязательно склеим. Пока отставляем. А вот это вот крылышки, это, мне кажется, вот сюда вот ей. Да ведь? Да, она и тает. Нет. Нет, как-то не так. Или я просто... А вот, все, да. Она вот тает. Так вот, ребята, получилось у нас поняшка. Оксана следующий пакетик выбирает. Мама, она вот и тает. Этот. Да, красивая, Марина, поняшка. Да. Слушайте, качество мне вообще понравилось. Сама поня такая крепкая, такая это, яркая. Давай, Оксана, показывай, что там у тебя. Волосы. Волосы для поняшки. Хвост. А, хвост. А, точно, это можно вместо хвоста вставлять. Вот так вот будет поняшка. А это можно вместо гривы вставлять. Разные. Это аксессуары к поняшкам. Ну, пока мы так оставим. А ну-ка, давайте померим гривы. Волосики поняшкины подойдут сюда или нет? Да, смотрите, как чудесно получается. Видно там? Мама. Такие классные. Ну, давайте пока так оставим. Мама. Марина, какой ты следующий пакетик будешь открывать? Вот осталось два пакетика. Какой? Такой. Давай вот это. Все, Ваня увидал, Ваня прибежал. На, Марина, открывай дальше. Ну, иди ко мне сюда. Посиди немножко здесь с нами. Метла. Веничек такой. Дальше что там? Сапожки. А, это сапожки. Доставай, Марина, там еще должны быть сапожки для поняшки. Еще. Доставай, доставай. Сапожки. И еще. Одевай поняшки на ножки, сапожки. Оксана, ну а ты на открывай последние ножницами. Аккуратно, вдруг там порежешь что-то. Да. И что же у Оксаны попадется? Заколочка, аксессуар, такая звездочка, заколочка. Дальше такое это украшение, да? А? Да, ожерелье. А это? А, это единорожка. Это у нее, видать, украшение для праздника. Это расчесочка. Все.
Да. Мама, это какая? Ой, смотрите, Мариночка одела поняшки, сапожки. Вот мама, такие вот они у нас получились. Мама, это вот такая? Наверное, такая, да, это потом. Сейчас мы вам вблизи покажем. Ну, ребята, вот что хочу сказать. По качеству она мне очень понравилась. Тут очень много разных аксессуаров. Качество игрушки просто вообще классное. Прорисовка рисунка очень сильная. Яркий, прочный. Слушайте, и нету запаха. Вот знаете, бывают игрушки, запах китайский, Оксана. А тут нету ничего. Вот такой вот у поняшки домик. Здесь дверцы открываются. И вот такая вот красота у них получается. Сейчас я вам все вблизи покажу. Вот такая вот, дорогие друзья, поняшка у нас получилась. Вот такая красивая, очень четко прорисована. Очень красивая, яркая и очень плотный, качественный пластик. Вот очень понравилось. Также у нее есть веник, сменная грива вместо вот этой вот волосяной. Можете такую сделать. Также имеются вот такие вот аксессуарчики красивые. И вот смотрите, какие они есть в коллекции. Очень много красивых разных поняшек. Вот наша, скорее всего. Нет. Да. Очень красивые. И сейчас у нас Светик доклеит домик, и мы вам покажем. Ну вот скажу, ребята, пластик крепкий, прочный, и нету запаха, вот как у других пластиковых игрушек, поэтому могу рекомендовать. Сейчас покажу домик. Так, смотрите, вот такой вот домик. А тут, кстати, еще какой-то это кристаллик, смотри. Смотрите, какой-то кристаллик. Может, это куда-то ей делается? Ну, а где ожерелье? Вот у меня. Света, она сделает ожерелье-кристаллик. Тут мы, оказывается, не все еще, ребята, нашли. Но вот тут замочек такой интересный, да? Вот, вот так вот наклеили наклеечки. Чемоданчик, он открывается, сундучок такой. Домик. Также здесь есть вот еще веточка какая-то. Это, наверное, вешалка, да, получается? И вот такой вот... Сундучок тоже очень красивый. Это все можно компактно закрыть и защелкнуть. Давай я покажу ожерелье. Вот такое, ребята, получилось красивое ожерелье. Да. Вот такой домик получился. Если вам понравилось, ссылочку я, ребята, оставлю в описании. Проходите туда и смотрите. Вам понравилось? Да. Все. Здесь я зашла в комнату, как раз Ваня, Марина, Окси играли. Очень интересно, я решила подглядеть, посмотреть. Ну и вы тоже со мной посмотрите. Вот такая вот игрушка пришла моим детям. Спасибо огромное. Дети очень довольны. Очень сейчас... Слушайте, ну качество мне очень сильно понравилось. И ожерелье, и вообще все вот просто суперское. Такого качества игрушек, ну, сейчас мало найдешь. Наклеечки были в комплекте, мы их наклеили. Ладно, вот такой вот, ребята, у нас сегодня был влог. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем желаю всего самого хорошего, ну и всем говорю пока-пока.